Всем привет! Итак, представляю вашему вниманию новинку от нашей компании. Это прибор Setting Bench, который позволяет сэкономить много времени и денег при настройке различных измерительных инструментов, таких как микрометры, индикаторные и микрометрические нутромеры, а также универсальные измерительные приборы. Setting Bench обладает целым рядом преимуществ, такими как большой интуитивно понятный сенсорный дисплей, который предназначен для работы в цехе, возможность подключения принтера и сканера. С помощью принтера можно распечатать этикетку с указанием размера, даты настройки и штрих-кодом. А с помощью сканера можно отсканировать этикетку на ранее настроенном инструменте. И тогда измерительная губка прибора автоматически переместится в заданное положение для настройки. В-третьих, измерительные поверхности прибора изготовлены из керамики, а не из стали. Это увеличивает ресурс работы Setting Bench. Также в приборе Setting Bench имеется калькулятор допусков. Обычно допуск рассчитывается по номинальному размеру и посадке. В зависимости от посадки допуск надо смотреть по специальным таблицам. Иногда этот допуск необходимо пересчитывать. С Setting Bench все это больше не требуется. Надо просто ввести величину, например, 15 мм. И посадку, например, H7. Автоматически будут вычислены минимальное, максимальное и среднее значение. Можно просто нажать на кнопку ввода, и консоли автоматически будут двигаться в требуемом направлении. И одно из самых важных преимуществ – точность настройки инструмента составляет от 0,5 микрон. В комплект поставки входит сетевой блок питания, пылезащитный кожух, заводская калибровка, руководство по эксплуатации и крепление для транспортировки.